Ребята, всем привет! Мы находимся в заброшенной общаге геологического института. Когда мы сюда зашли, тут были какие-то даже разломы в этом здании внутри, не знаю, возможно, с улицы. С последнего прихода какие-то злодеи подожгли подвальное помещение. Вот. Ну и сейчас посмотрим, что как изменилось. Я тут не был около 4 месяцев, по-моему, с весны. Тысячи. О! Ну это скорее внизу или там где-то. Пойдемте, ребята, посмотрим. В общем, ребята, первые два этажа тут был институт, а второй это общага. Третий и четвертый это общага были. Вот это комнатки уже были общежития. Или аудитория, смотрите, аудитория. И видно. Смотрите, сколько парт. Просто море парт. Аудитории. А тут матрас. Видно, кто-то спал. 2015 году здесь обвалился этаж там, я вам здесь еще на улице покажу, когда буду выходить. Ну и там вот погибло 5 человек в итоге, кто жил в тех комнатах сверху. Такая вот печальная новость. Говорят, что типа никто не погиб, но поверьте, мне не сдам никто. Точно погибло. Восточная Сибирь. Геологическая карта. Видите, это геологический как бы институт. И вот такие вот стены газеточки здесь. Вот, покажу, видимо, Южная Сибирь и Восточная Сибирь. Вот. Детали. Покажи, как картиночки. И, видимо, аудитория. Да? У меня под... Кстати, ребята, у меня была похожая аудитория, когда я учился в таком же, в таком старом состоянии. Ну, так и не облупленная. Ну, такие же рассветы, знаете. Еще не сделал ремонт и потолок протекал. Ну, парты, как у нас в школе, стояли даже еще старее. Парты и кресла. А я сяду и присяду. Я сел за такое старинное кресло. Я думал, оно повалится потом, когда я сяду из-за трухлявости. Ну что так, ну тверденько. Какие-то звуки слышатся, но, знаете, это звук ветра в раму иногда. Ну, и там пацаны петарды бросают внизу. Этим они пытались нас напугать. Как это делать? Напугались мы, да? Да. Чем? Это не серьезно. Это какой-то сценарий, что ли, смотри. Детские петарды. Поцелуй свой сосок. Что там? Доктор. А это что, стих какой-то? Ты должна поцеловать свой сосок. Что? Давай полностью текст. Фотография ребенка. Что это такое вообще? Что это? Это что? Стих я не могу понять. Что это? Тут еще какой-то ребенок. Какой-то сценарий, я не знаю. Ребенок, смотри, какой-то рядом. Видите, раньше есть испытание желчного пузыря. Вообще. Так.
Не знаю. А заметил, что вот эта фотка, какие-то непонятно. Стихи какие-то странные, и как-то закрыто тут окно. Тебе не кажется, что это за ребенок такой? Какой-то ребенок вообще. Фотография, ну, какая-то фотография ребенка какого-то автора. Щемляев какой-то. Фото Щемляев. Ну, это странно. Непонятно. В общем, здание 1932 года. А, смотри, прямо вон там рабочее здание. Там, короче, там кто-то ходит. Вот я только что увидел. Спрячь свет, слышишь? Прямо видел там человек. Потому что это здание обвалилось и закрыто из-за аварийности. Но я закрыл все здание, потому что это логично было. Ну да, смотри, ребята. Давайте аккуратно пойдем. Ой, видно, блин. Да вообще, ну ничего страшного. Сюда скидывать ненужные вещи, которые там. Мы сейчас быстро эту аудиторию покажем, да. И пойдем в другую сторону. Ну, чтобы не заметили. Вступ, геология. Видишь, знаешь, что-то тут питание до самостоятельной работы. Это типа вступительный экзамен такой. Сейчас отключимся, перебежим, тут уже нечего показывать. Да, будем дальше продвигаться. Да. Включим на карту. Чтобы не спалиться. Ребята, мы зашли еще в аудиторию. И вот на диване кто-то спит, возможно. Как оно получилось? Там рабочее здание. Следующее. Его закрыли, чтобы вообще. Закрытое. Оно было под решеткой. Да, закрытое здание. И, ну, плюс еще, наверное, беспритульный какой-то. Он так спит, мы тут шумели. Так он, главное, давно зашел, наверное. Потому что следов нету. Ну, возле первого этажа, понял. Столиці славянських країн. Київ, Загреб, Варшава, Берегове, Сараєво і Софія. Ну да. Москва не знаю. Да нету.
Заметил троллинг? Да. Не, ну так... Не в обиду, ребята, мы просто так, типа, вышли. Ну, как есть. Понятно. Смотри, какая аудитория полная. А там парты тоже. Что, братан, снова в школу? Ага. Ну, походу, да. О, это еще старая доска старого образца. С противогазом. Так. Здравствуйте, вы подготовились? Да. Ну, отвечайте. Да, отвечаю. Столицы славянских держав. Варшава, София, Киев, Белград. Ну как? Пойдет. Я дневник забыл. Вызываем родителей. Ну, вам пятерка. Я голову сам. Хочешь посидеть, чувак? Old school. Ну, в общем, вот такая аудитория. Да, аудитория прикольная и с хорошим сохраном, но видите, тут, тут просто испачкано. Я тут был 4 месяца назад, тут все было получше и чище намного. Давай, братан. Надо дальше, да. Тут обольно здание. Сзади вообще два, считай, капец. Вот тут сзади вообще, там улица, все. Mm-hmm. Считай. Химия. Очень надо действовать. Ну, это было все аудитория, ребята. Всякая аудитория, кабинет учителей было. Это похож был на туалет сначала, это оказывается еще не туалет. Газета. Учительский период. Это державный прапор. Украина. Поднимаемся дальше, это, видимо, как он сказать, это баррикады. Наверное, баррикады, которые не может быть. Да нет. По приколу поставили, походу. Обвалено все, да? Или... Не обвалено. А, ты тут ходить вообще. Чувак, потише давай, чуть-чуть будем. А то понял, тут оно под ногами вообще. Спалиться только так можно.
активнее, почему не такие вещи? Угу. Евро. Видите, капец, сейчас видите обвал. Сейчас вот. Слышишь? Прям на улице. Сейчас. И все, и погиб опять человек. Да. Там сверху такой же. Пол общаги. Там сверху уже комнаты жилье начинается. То есть тут доллар можно стоять, то есть сами видите. Видите, что-то тягает. Не, ну тут хоть на полу уже не настолько набросано все, а то вообще. Ну, так палевно по ним ходить, конечно. Очень много шума из-за этих камушков под ногами. Вот это, ребята, начинается с комнаты в общежитии. Видите, весь быт. Вот тут сносился. Вот тут на эту комнату. Что вы там нашли? Просто никто не указал. Ну, бачки всякие. Ага. Ну, как оно все выглядит. Ну, тут разный дизайн комнаты, кстати, неплохой. Он называется более современный какой-то. Показ 2013 год, кстати. Как тебе, да? Комната в общаге. Это комната общаги была. Ну да, по стандарту. Ну хотя я не знаю, какие вообще стандарты. Ну, должны быть. Ты видишь, тут разные углы. Мне кажется, каждый студент делает себе ремонт. Студент? Тут нестандартные. Тут есть комнаты с разными обоями, понимаешь? Там такие обои, такие обои. И заметьте, ребята, пластиковые окна, видите? Класс. Красиво. Включайся. Так, ребята, вот еще в одной комнатке такой интересный. Вот он находится. Ну, такой кутар, так, знаете. Даже. Грамматичный зошит з української мови. Все тільки травочки, ребята. На пірку дорогу попер. Такому.
дама. Везет. Mm-hmm. И какой-то диск. Ну, посмотрите, диск 13 друзей Оушена. Прикольно. Прям здесь, да? А он есть там? Ричи или кого? А он вообще есть там внутри? Нет, просто... Конечно, ты классный, кто бы решил забраться. Ну да. Что там то раз? Погнался. Раскраска. Больная. Нет. Тарас решил в детство впать. Блин, спать. Ты меня уже путаешь. Да нечего, я посмотреть хотел. Рассмешить решил. Я думал, что тут раскраска аккуратненькая, тут больная. Не, ну чего? Ну, пытался человек. Подожди, оно такое ощущение, что... Может это? Такой потрогаешь, оно, блин, синий пальцы. Краска. Ламборгини. Стандартная, короче, раскраска. Что ты, Тарас, что-то нашел? А я знаю, что это было. Это в общем, конфет, да? Это, в общем, для конфет были когда-то. Да. Вот такие вот продавались. Ну, типа. Да, берешь вот так вот. Да. Не, ну это да, это так вспомнил чисто. В один дом Кирилл покупал, кстати. Такой чисто красносорог. То есть, вот смотрите, какие раньше были интересные игрушки. Может быть, они сейчас продаются. Как бы мы с Тарасом уже не дети. Ну, интересно. Нет, просто детали прикольные, мелкие. Смотри, знаете, смыльные такие. Да. Тут бичи какие-то были после. Нет, это так... явно уже кто-то. Ну, так, да, видно. Главное, не слабое, что-то такое слабое. Ну, Дима, пиво нашел. Слабое, но так, ну, как оно, так, дорогое так, или так что ты, недопитое импортное пиво. Какое-то. Еще импортное, не черниговское там, знаешь. Ну так видишь, тут кто-то бывает. А ну я сейчас на срок посмотрю, когда оно было. Я тут вообще на него смотрю. А, годно до. Вот если вам будет видно, да, видно, до 14.05.22 года. То есть это довольно-таки свежая бутылка здесь находится. Нашли пистолет. Пистолет, да. Вот, ну, можно... Смотри, там такая шапочка сказать. Ну да, как рейнджеры носят. Смотри, какие обои тут классные, видишь? Угу. Для блогеров, знаете? Обои, да. Необычные такие. Ну и плюс еще... И вид классный, покажи и пойдем дальше. Вот вид, да. Дорога дальше идет. А, ну тут понятно, что чем тут занимались, ясно. Что за баночки здесь? Цветы выращивали. Совсем неспокойно. Вообще. Не, ну, мы просто здесь не одни находимся. Вообще не одни. Нет, так я говорю тебе, не одни. Потому что тут сразу действующая часть здания.
нас еще на первом этаже какого-то мужчину, короче, встретили, который я отдыхал на матрасе. Это вы все уже увидели, в принципе. Да. С Новым годом, Снегурочка. Вот, ребята, обычная комнатка. Все. Кто-то спали, кто-то потом. Ну, тут бичи какие-то крокодили спали, естественно. Нашли ноутбук. Встать, попал, кончи. А представляешь, если бы кто-то забыл бы? Ну, как-то да, конечно. А, ты чаще с ребятами еще что-то вам интересно показать. Да, чуваки, мы тут на чердак зашли. А тут, видите, сейчас включу. Вот так все выглядит. И обувь. На командир в шоке видит, что мы полезли сюда, думаешь, даже они сюда не лезут, да, Дим? Мы полезли. Ну тут видите, вот такие вот. И проходы, тут в принципе нечего даже смотреть, что тут. Ну, крыша как крыша, тут вот эти трубы с отоплением, вот все дела технические. Просто я бы пошел дальше, но больной, но там... Кстати, через этот чердак можно попасть даже в рабочее помещение. Ну, если там внизу открыто вот это, знаешь. Да, чуваки, видите, это... Знаешь, если бы залезли, то бы все не поздоровались бы. Да. Смотрите, видите, как тут все. И там можно на крышу вообще вылезти. Ну, конечно. В общем, да ну нафиг, ребята. Больно, я не уверен в этой доске, что подо мной. Ну, тоненькая. А? Тоненькая такая. Ну, не сильно. Да, ребятки. Ладно, ребятки, будем. Походим еще чуть-чуть. Ну, давай сыпнем скоро. Так, ребята, вот мы в такой комнатке находимся, интересно. Тут такие граффити, видите, музыкальная стена, котик. Интересная комнатка, видимо, ее сделали уже после того, как она заброшена, и для фотосессии. Вы просто посмотрите, сколько тут свечей. Смотрите, просто их сжигли, и какой-то, видимо, может, романтик делает какие-то. Парень с девушкой. Нет, ну похоже вообще, да? Ну, кажется, какой-то сценический ритуал не видно. Это маска. Прикольно, да, ребятки? Комната классная. Ты заметьте, что она в крови почему-то? Или это не кровь? Не, это кровь настоящая, тем более. Кровь. Ты видишь? Видишь? Ага. Плазма в крови желтая. Да, реально тут крови. Это возможно. Я думал, ну, что краска сначала. Нашли кровь, да. Угу. Это не краска. Краска надо. Ну, я подумал, издали, понял. А смотрю, в натуре кровь какая-то. Светлее тут. Не, ребятки, мы же будем уходить. Так. Что это за конструкция? Что это такое? Труба. Вообще так. А так. Будет шутаться, да? Думаешь, курит? Так это
На чердак. Чердак. В принципе, мы в нем были. Да. Так, ребята, вот такое вот общежитие, институт у нас. По крайней мере, с прошлых разов тут все поменялось, разрушилось, но все равно такая жутковатая атмосфера. Мы нашли спящего мужичка там на вторых этажах. Он спал просто под матрасом, Дима его смотрите, заметил. Еще действующая дальше, ну, дальше территория. Там без света горел, в общем. То есть сразу... Такое необычное здание, да. Хотя я его бы закрыл полностью, потому что оно уже аварийное полностью, а не... Потому что, чтобы оно еще там работало, ну как бы, ну это уже все. Если здание разрушится, то все. Считай, часть, не часть, то уже все. Считай, надо его закрывать полностью. Это я не одобряю. Надо закрывать его полностью. А так, в принципе, для сталкера хорошее место, чтобы много вещей осталось. Жалко, конечно, что он там приходит, это все грабит. Блин. Эх, обидно. Ну ничего, все было страшновато. Немножко, чтобы кто-то там зашел, мы слышали в конце. А противогаз с кровью еще. Да, противогаз с кровью, кстати, еще один противогаз висит. Ну, этот без крови нормальный. Ну да. В любом случае, а вот тот? В любом случае, всем спасибо за просмотр. Респект за поддержку. И до скорых встреч на постановке. Всем пока. Обещал показать вот такой обвал здесь. Смотрите, полностью обвалилась аудитория на первых двух этажах, а потом и на тех трех вообще комнаты. Просто вот этот угол и вот это, и там дальше это же здание работает только в конце. Но даже после такого разрешения надо полностью это здание кидать, потому что неотъемлемо оно снова это произойдет. Конечно, не дай бог, но все может быть. То есть я бы закрыл это здание вообще. Такое, друзья.